Где работали? Какой у вас опыт? Ну, я на мойке один день работал, машины мыл, я газеты один день разносил, играл в переходе. А вообще, я самый популярный человек страны. Ну-ка посмотрим, если тут тарелки грязные у кого-нибудь подстрел. Вот как вот понять? Вот она там вроде дохавала, вроде не дохавала. Можно подойти, уточнить. Извините, вы дохавали? Да. Могу забрать тарелку? Да. Спасибо. Так, и что теперь делать? Вот да, есть нельзя объедки. Ну, блин, карьера закончилась, сами понимаете, Слава больше со мной не работает. Если что, ну, чаевые, как бы, я не намекаю, нам нельзя, но оставь нахуй, ладно? Ну что ж, а теперь мы раздадим алкогольные коктейли детям и посмотрим, что будет. Держи, братан. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я уже не вывожу, нахуй. Я уже психую, блядь. Вдох, выдох, спокойствие. Премия будет? Нет. Ладно, ну ладно. Заказать можно? Что? Водичку. Да. Ну, допей, блядь. Еще что-нибудь тебе помочь? Вон там. Что? Еще пяточка. Ты что, не выкладывай. А куда их деть? Кидай вверх. О, гости, походу. Мой стол следующий, все поняли. Мой стол. Прям 5 так, минутку буквально. Да. И подойти. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Алишер. Я сегодня буду с вами. Могу ли я вам помочь чем-то, что-то на аперитив? Может быть, воды, чай? Все, я могу прилетать или что? Я думаю, да. Тихонечко, и спокойно, размеренно, благородно. Бля, заказывайте. Без мата. Матом нельзя ругаться. Салам алейкум, я подолью вам чай, господам. Все вкусно, все хорошо. Да, чаевые оставляйте большие. Нормально? А чаевые не намекаем гостям. Это пожелание. Ни в коем случае. Нельзя. Это дурной тон. Бля, я хавать захотел. Можно одну креветку съесть? Она мне не разрешила. Можешь сама взять, ну, покормить. Сейчас она. Спасибо. Тебе новую вилку надо или похуй? Красава. А я похавал. На работе, а как я это не донесу же вообще никогда? Главное, не дергать. Блядь. Это ужас какой-то. Ёбнешься. Помогите. Ай, потек, сука. Ой, блядь. Извините. Но хоть, может...